не туда. Нет. Я тебе скажу, ты сейчас перейдешь в синюю и полезешь еще на красную. Я? Ну ладно. Это будет очень хорошо, да? Дима, ты на какой идешь-то? Если вы берете я? Комбо, я по земле, матушка. Если потом поднимаетесь на красный. Да ничего страшного. Мы... Я сразу объясняю, потому что я потом начинаю ругаться. Подождите, чего я? Мы не рассказали. А, расскажите. Если, допустим, вы идете сейчас на синий, да? Угу. И вы потом поднимаетесь на красный, то сколько не идет? А, да ладно, господи. Нет, я все поняла. Если мы пройдем синюю, это уже будет. А если вы берете комбо сразу? А это что такое комбо? Берете и синюю, и красную сразу. Угу. Ты сказала, что ты не знаешь, как ты сможешь. Как раз приводит. А мы в деревья не запачкаем. Можно греться, стоять. Все зависит от тебя. Да? А у вас нет фартуков? Нет, мам. Что 19 июня будет здесь квест? Оля, смотрите, здесь квесты будут, дискотека. И блогер-миллионник. Алка Пати. Алка Пати? Да. Да, просто не пишет. Дима, ты что не снимаешь? А ты больше не увидишь в таком состоянии меня. В каком? Нормально. А ты же вам страховка купила. За какие 300 рублей куплена страховка? Подождите здесь. В карманах ничего нет? Нет, это все. Подождите, я сейчас дадим. Что суицидники? Вперед. Дима, можешь что-то получше праздновать? Что? Забодрить там. А, взбодрить? А есть услуга выгнать? Услуга выгнать? Есть, но она дорого стоит. Мы себе взяли, да. Ну, конечно. Я-то хоть втянуть могу, а здесь приходится ремнями делать. Шапочку. Чтобы мозги не разлетелись. Да. Чтобы бошки не перепрыгнули. Все остались все при мне. Слушайте, а вы знаете, цвет у нас инженерных красок? Не оранжевые. Удобно, не болтаются? Нет. Ой, Оля, мы с тобой второй раз каски одеваем. Вот сюда к себе, в петельку. Ролик вешаем перед кружочком. И кружочек сверху, да. Вот этот карабин снимаем, убираем. И когда катимся. За трог не держимся, когда катимся. И пальцы не повредим. Девочки могут идти? Да, кто на какую идет? Это тоже надо? Так, а про это мне ничего не сказали. Так, давайте. Согласись, девочка. Ты снимай, мы поработали вот так. Да что-то я посмотрю, что снимаю. Да, одной рукой такое? А что она не снимает? Я никуда не еду. Даже инструктор верит я. Вот сюда нажимаете? Перед колечком. Одеваем перед колечком. Колечко обязательно сюда. Когда это все сделали, снимаем карабин.
чтобы он не мешался. Можно сюда зацепить, можно к себе вот сюда зацепить, здесь ушко. Можно куда-нибудь убрать, чтобы он не мешался. Потому что зацепили, все, держимся и катимся. Обязательно перед плечиком надо делать. Когда катимся, просто не держимся. Руками не спереди, не сзади. Рука наедет. Никуда не спешим. И тут на дистанцию выходит местный блогер Оксана. Давай. Не посрами. Ой, как интересно. Господи. Господи, у нее такие же ощущения, как от первой брачной ночи. Оля, это самая легкая, наверное, да? Ну, не знаю. Последний ниндзя. Слушай, мы даже на детей своих не посмотрели. Где они? В последний раз. Где они? Так, у меня тут все там закреплено. Оля. Кто впереди гремит? Так, Оля говорит, какая... Это мои цепи гремят. Какая сложнее вот для тебя была? Первая или вторая? Ну, обе не так это сложно. Обе легкие? Ну, как бы да. Ой, хорошо. Господи, надо Вовке подсказать, а? Прошла 5 метров, а ей уже хорошо. Так, а ты держишь перед собой это или сзади? Да, проталкивай. Смертельно много. О, куда? Чего? Держать-то. Если, конечно, тут пьяный пойдешь, то ты сюда не придешь. После этого она решила сбросить лишний вес. Лишний вес! Слушай, ну нет, это легко. Слушай, за нами идут. Сейчас будут мне это. Ей дышит прям в затылок, да, практически. Вот это я не хочу. Оль, ты меня так крепко не обнимала, как эту фигню. Что-то не посмотрела, Оля, как ты шла. Оксан, были у тебя еврейские корни, так и ты взяла бы на ролики, прокатилась бы до конца. Нет, нет. Что надо делать? Я зайду с обратной стороны, с тыльной части, так сказать, с филейной. Вид лучше. Такая эта тоненькая фанерка. Ты больше переживаешь за эту тоненькую фанерку. Больно, она тоненькая. А высота как? Не, нормально. Только все на тоненькое. Особенно когда ты дорогу прокладываешь. Оксан, что-то у тебя голос срывается.
Это самая сложная или нет трасса? Давай. У нас нет. На руках лезть? Ну, я не знаю. Ой, господи. Оксана, сейчас самое приятное будет. Сейчас, дай, дайте я обойду. Слушай, а там был велосипед? Нет велосипеда? Раньше там был велик. Может, кто-то уже с него свалился? Ты тут шпагат делала? А? На веревках шпагат. Погодите, погодите, погодите. Что делать-то? Ну, Оксана, я поехала. Подожди, 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 подожди. Да, я досниму вот эту вот, вот эту растяжку, как у Ван Дамма. На 180. Тут 180. Ну не, нормально. Глянь, глянь. Пыхтит, пыхтит, как пятачок с Винни-Пухом. Ой, о, мне каска спасла, я почему-то стукнулась. Черт. Опа. Оля, а что ты тут делала? Ничего не отталкивалось? Ну, оттолкнуться-то надо с разбегом. Ну, давай, 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 я его даже подниму вот так вот. Она подо мной не хочет. Она под тобой не хочет. Доеду. Давай. Подожди, что тут вообще происходит? Да. Ну вам же говорили вот эту фигню, да. Ладно, давайте, все. Ладно, раз, два. Сюда, разбегайся. Давай, давай, давай. Оля, ты где? Ты как-то выпадаешь с кадра. Ты идешь, так сказать, впереди всех. Все внимание на Оксану. Ну, ее телефон, ей еще блоги выкладывать, так сказать. А я уже выкладывала это место. Ну, Анюта когда ходила. А я-то первый раз здесь. Ну, это уже не страшно. Ну, ничего, сейчас она изменит свое мнение. И поеду к вам в Москву и буду с вами ходить на все панды-парки. Я имела в виду, она поедет в Москву и будет ходить вместе с нами по больницам. Зачем? По больницам. Оксана, возраст. Нет. Оксана, вот здесь вот шпагат надо делать. Нет, мы будем ходить в панда-парк. Может, еще что-то покруче уже. Да. Оксан, покруче это только на пилоне танцевать. Вот видишь, Оль, видишь? Говорит, на пилоне можно потанцевать. Да. А я тебе говорил, давай поставим трубу посреди зала. Какое еще есть время, когда мы там соберемся приехать. Чего, Оля, тут надо шпагат? Да. О, меня каска второй раз спасла. Ну просто Оксана пришла. Нет, Оксан, ты не на тот рост наступаешь, а ты на желтый наступаешь. Как это не на тот, Оля? Уже поздно. Какой не на тот? У меня паника началась. На желтый надо, между желтыми наступать надо. Так, лишь бы наступать, я думаю, лишь бы наступать, Оля. Шпионишь, шпионишь, батенька. Тут уже функции-то нету, как наступать. Здесь так-то. Вот.
Что? Спокойно бы ты тоже прошел. Ну как-то... Как-то кто-то же должен потом страховку получать. Ну это еще легче. Мне кажется, в самом начале были самые... Да. А ты что, он подушечки? Иди. Легкотня. Голос дрожит. Да. Но легкотня. Там что-то Оле ноги трясут, не больно. За палки. А ты за палки держала? Да. Честно? Он да, свидетель вот. У меня в зеленой кофточке. Занозу можно сделать. Что? Занозу можно сделать. Чего должна на этой палке висеть? Как я ее обнимаю? Вот здесь достаем ролик. Да. Оль, подожди. Дождись Оксаны, я вас вместе сниму. А как, нам же вместе нельзя? Я имею в виду, до столбика-то вместе, господи, пусть дойдет, а потом я тебя сниму и ее. Потом. Я не уверен, но надеемся. Оксана! Тут уже полпарка собралось под сеткой. На твои крики мужики сбегаются. Так, ну давайте, катитесь. А ты тоже сними, как я качу. Я тебе видео снимаю. Нет, сейчас. На свой. Да ядрёна батон, а... Давай на два. Как вы достали. Тебе ещё ноги надо дать. Это. Вы мне еще лампочку, блин, присобачьте, чтобы я ночью работал. Всё? Подожди ты, господи. Этот, только видео включи. Всё? Давайте. Давай. Путь. И колечко сверху на ролик, как показывал. Все, держимся за зеленые веревочки. Да, двумя руками. А это надо? Это нет. И толкаемся. Сейчас, подождите. Для это, для надежности. Их будет три у меня. Три. Раз, два. Вроде держит. Я тоже пошла.